калачаевском городке медики оказывали помощь молодому человеку, который во время запоздалого обеда оказался ранен кухонным ножом. К подобным сообщениям персонал службы 03 относится настороженно и, как правило, дублирует подобную информацию в полицию. За якобы бытовыми порезами часто скрываются поножовщины. Поэтому к приезду врачей на служебную улицу прибыли и патрульный наряд, и участковый. Разворачиваться полицейским пришлось почти сразу. До того очевидной была ситуация. 23-летний пострадавший и сам не мог сдержать смеха, описывая случившееся. Упал на ножик. Как так? Ну, нес стульчик, получается, и все. Стульчик какой? Ну, решил покушать, посмотреть кино, получается. Положил покушать, взял сало, взял ножик и упал. Случилось следующее. Молодой человек решил поесть перед телевизором и соорудил импровизированный стол на табуретке. Здесь же лежал и нож, которым горожанин собирался порезать сало. Поднося к табуретке последние обеденные атрибуты, молодой человек запнулся и повалился на стул. Во время падения короткий ножик настолько неудачно свалился на пол, что его хозяин налетел на лезвие животом. Не поверить в эту историю было невозможно. На полу комнаты осталась целая россыпь доказательств. С места происшествия Валентин Борозняк, Мария Склярова и Виталий Векслер.